не скажи. Вау. И расслабься. Что это такое? Я вот не пойму, он пробил стенку, но это приятно. Или она по... По-моему, пробитие сделал. Вы только гляньте, он подлокотник разрезает. Это просто боль на самом деле. Любого автомобилиста, посмотрите. Придумайте комментарий к этому. Ну, угарненько, согласен. Мне сейчас 14, интересно, как я буду выглядеть 25? Приедем, друзья, прикольно. Обалденно. Посмотрите, отрезать пальчики, из них вылезает из дырочек что-то. Ой-ой-ой, прикольно. Давай, давай, дави, родной, дави. Кайф, просто по рукам потекло. Ой, смотри, какой пальчик трясется. Прикольно, это что такое вообще? Прикольный пальчик трясется, ребята, пальчик трясется, трясется. Вот это прикол. Ничего себе, вот это льдина. Ё-моё, прикол ДС. Опаля, вы когда-нибудь видели, как они кору, а под ней так гладенько, гладкий такой ствол, вы посмотрите, просто сдирает эту кору. Ё-моё, вот это пранки, ну и пранки. Стой. Это что такое? А, это сразу напоминает, помните вот эти вот кроссовки с какой-то подсветкой? Ты идешь, и после каждого шага подсветка начинает мигать. Помню, в детстве мечтал о таких, радуги, помню, купили. О, балдеж был вообще, весь двор восхищался этими кроссовками. Вот было время. Вау. Это самое приятное видео, ребят, не забываем. Она просто пьет йогурт. Ой, как он из дырочек вылезает. Кайф. Ой, Тимасюська, лечу и кусить. Такой Маська, Масюська. Он еще смотрит так прикольно. Вау, это жиза. И пошла домой. Бывает. Эстетика. Вау, сочувствую тем, у кого не так. Вау. Вот это кайф, домино из кирпичей. Мечта каждого строителя. Ой, это что? Это что, какой-то приклеенный кофе на скотч? Зачем вы приклеили кофе на скотч? Я чуть не обсерился. Вот это прикольно. Это была игрушка, если что. Никогда не видел такого. Ой-ой-ой. Я обожаю эти сосульки. Ой-ой-ой-ой, никогда не видел, как их так делали. Вот эти конфетки, похожие на какие-то дольки каких-то фруктиков. Кстати, вот эта штука напоминает мне автомат, знаешь, из советских времен. С газировкой. Лайк, если помните. У меня в манеже он стоял, скажу честно. Ну, а с вашими трендами? Ваше предположение, что это было? Понравилось пользователю Богдан? Мы нашли... На машине забирается на огромную песочную гору. Посмотрите, заберется или нет. Ничего себе. Задний привод, по-моему... А, нет, стоп, какой задний привод? Блин, на месте бы прокручивался. Это полный привод, ничего себе джип. Ни разу не видел, как делают светоотражающие жилеты, ребят. Ни разу не... Я тоже люблю ковры. Ой, как он аккуратно проделывает дырочку, ребята. Ой, сейчас упадет. О, кайф. Вот это балдеж, сразу расслабляет так. Вау, четко. Как масло какое. А по-моему, это и есть масло. О, слушай. Это что за... Что это было? О май гад! О май гад! Ой-ой-ой, обрезал! Ой, обрезал, снял пленочку так как... Он просто дисплей сорвал! Вот так вот срывайте пленочку! Если ты хочешь сделать игрушку для своего друга, просто обмотай сосисочку в сыре. Эй, девушка, можно вас? Пойдемте погуляем. Ой, ребят, посмотрите. Что это, тесто какое-то насадили? Слушай, какие-то... Масюськи-писюськи.
Ой-ой-ой, в дырочку вставил, ля, расширил, как, ух ты ж, ничего себе, о, приколдес. Мальчики, не верьте видео в Инстаграм. А что будет? Фильтр. Просто удивительно. Фильтр местами поменяли. Вот это кайф. Третью сейчас зальет. Это раскаленный свинец какой-то. О, вот это прикольно так выглядит. Ой, как быстро застывает. Кайфово. О, сразу охладил. Какая гладенькая получится, а? Какие-то... О, стой, стой. О, ля, а это замороженная вода? Нет, стой, какая замороженная вода? Ты что, это просто воду он в мороз выбросил из стакана. Какая замороженная вода? Что ты несешь? А, ладно, все, я понял. Посмотрите. Ой, вылезает. Так как через дырочки вот это балдежо. А это что такое? Ой, это что, колонка какая-то? Первый раз пробую хачапури. Я заказала жареную и вареную. Ага. Я сегодня первый раз буду пробовать фанту. Такую фанту. Есть с белыми буквами фанта. Я купил с черными буквами фанту. Вот это котик! Вот это котик! Вот это котик! Ничего себе котик. Оу, что-то приятное, посмотрите. А, кайф! Реально, ты так приятно рисуешь, слушай, посмотри. Ты так ловко делаешь это. Кайф, как ты это делаешь, брат, слушай. Вот это да. Мороженое. Ни разу не видел, как мороженое делает, слушай. Вообще... Незнайка с луны свалился. Что тут? Что с тобой, брат? Пап, я боюсь, Тима, ты мой папа ночью. Я бегу с кухни от бабайки, она в моей кровати. Трейлер «Оно 3». Мама, включай свет, я просидевший сегодня в телефоне. Ой-ой-ой. Ее запихнули туда. Гениально! Ой, вот этот скребок нам надо, ребят, вы посмотрите. Когда машина замерзла, согласитесь, да? А вот это, кстати, интересно, такая пена. Похоже, знаете... На утеплитель. И он сразу так вспенивает, играет свою роль и сразу начинает работать. Шо с ним? Нарбас! Какое чувство. Посмотрите. Вот эта штука реально спасает, когда у тебя какая-то плешь проедена, если вы понимаете, о чем я. Как будто-таки сейчас он соединит. Да, реально, посмотрите, соединил. Что он сделал? Ой, какой длинный, слушай. Вот эта помпушка, я обожаю ее. Который раз она уже встречается. Просто вау. А вы когда-нибудь видели, как делают тоги сена? А вы когда-нибудь видели, как делают печенье на заводе? Я не рад, правда, честно скажу. Я вот половину... В половину из этого... И макарошки! И макарошки тут вот такие вылезают, спиральные! О, их обрезают, ля! Все у нас, ребята, мир интересных вещей, которые вы видите впервые. Это чипсики или... А, это семечки. Ёшкин, макарошкин. Так делают пачку семечек. Ё-моё, я ни разу не... Я просто не задумывался, как делают эти повседневные вещи. Вообще не задумывался. Стой! Это обувь. Ой! Вот это приятненько! Посмотрите, сколько чёрной икры, ребята. Вы когда-нибудь видели столько? Вот это... Нет, стой. Вот это тонко! Я ни разу не видел, как... Стой! Стой! Стой, погоди! Это машинка, которая складывает одежду. Мне такое надо, мне такое надо, слушай. Ой, вот это да, слушай, ля. Как он ровно разрезает. Какой из этих огурцов выберешь ты? Этот или вот большой. Этот? Большой. Вот этот? Да. Правильно, овощей нужно кушать много. Согласен. Как приятно. О, идеально, идеально. Посмотрите, что-то вылазит такое длинное, прозрачное. Что он сделает? Сдавливает, сдавливает. Что тут?
Стой! Я ни разу не видел, как... Это получается бочка? Это пасть для ластика? Вот это да! Интересно. Ой, я обожаю вот этот вот звук. Об угол какого-то ДСП. О, вот это нам надо. Ой, у кого ковер, ребят, дома висит на стенке, признавайтесь. Классно же, да? Вау. Ой, как он кусает, приятно. Молодец, братанчик не утонет там от удовольствия. Вкусная булочка, правда? Какой ты жестокий, слушай. Как сделать так, чтобы когда выкидываешь пакетик чая, он не капал на пол? Просто выкидывайте пакетик вместе со стаканом, и на пол с пакетика не накапает. Да? Вау. Что? Вау, сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. Ну-ка, ждем. Ага, конечно. Да-да-да, вы думали, что? Что? Тапки. Вот это тапочек. Кому такой размерчик? Тюкотик какой. Масюська-писюська. Ой, масюська-масюська. Маська-маська-аська. Ути масюська-масюська. Ой-ой-ой-ой-ой, это домино, да? Вау, смотри. Вау. Ля, я уже сколько раз сказал это вау. Кстати, вообще кайф. Ну-ка. Вам нравится такое? Ребят. Представляете, вот это вот делать несколько, не знаю, наверное, несколько дней. А потом в один момент это все вот так вот может рухнуть. Представляете, вот кто-то вот дунет, коснется, там ветер подует, там кто-то пройдет. Все, это развалилось. Вся конструкция, на которой ты старался, может с легкостью развалиться. Только что сейчас будет цветочек, да? Там еще продолжение. Ё-моё, как же ты это все делаешь, я не понимаю. Это, ну, конечно, не один, естественно. Ну, баем, кайфово. Вау. Лайк, если вам понравилось, вы залипли и расслабились. Подписывайтесь обязательно на канал и жмите как можно сильнее по колокольчику, чтобы ничего больше не пропускать. Не забывайте о целом плейлисте с этими приятными вещами. Вам понравится? Вы не пожалеете. Жмите также на вот эту штучку, чтобы подписаться. Смотрите, вот эти видосы, это специально для вас, а это еще приятное видео, которое я для вас выберу. Тыкайте, ребят, вы не пожалеете. С вами был, как всегда, я, Райли. Здоровья, ребятам, счастья, успехов, всего самого вам наилучшего. Берегите обязательно себя и своих близких. Будьте счастливы и будьте, конечно же, здоровы. И увидимся уже в новых видео.